о чем мы сейчас разговариваем? Значит, смотрите, мы представляем перевозчиков. Да. Приехала. Подождите, перевозчиков, вы представляете перевозчиков. Да. Давайте, давайте, смотри. Меня зовут Александр. Хорошо, я представитель компании Trade Soft Corn. Как? Trade Soft Corn. Ваша должность, все. Я сейчас, если вас интересует, если вы мне покажете документы, меня я представитель, у меня есть удостоверение доверенности. Представитель, с кем вы разговариваете, кем вы работаете? Покажите, с кем мы разговариваем. Кем вы работаете? У меня есть доверенность для представления интересов. Покажите. На представление интересов компании Trade Soft Corn. Если интересует, я принесу. Вы адвокат? Нет, адвокат тоже есть. Адвокат есть, да, очень есть. Хорошо. Покажите, если можно. Подождите, вы представляете интересы. Кто вы в этой компании? Я действую на основании доверенности. Ну, так водите с удостоверения. Я же не полицейский. Смотрите. Так откуда мы знаем, где вы работаете? Смотрите. Моя фамилия Рудько Сергей Борисович. Так может вы, я прошу прощения, может простите, вы простите, а можно человека? Должность вашу узнать? Должность. Я главный механик филии Цирюпинск-Кадет. Я повторял и по телефону. Это с вами по телефону вообще? Да, вы со мной разговаривали не по я, телефону. Не я. Суть вопроса я хочу знать. Суть вопроса. Мы не знаем, кто. Нет, так я тоже не знаю. Вы не может, сказали... вас уволили вчера? Подождите, вы представляете какую-то инстанцию, вы представляете... Вот кого вы представляете? Я гражданин Украины. Ну, очень хорошо. Да, я имею полное право. Хорошо, вы гражданин Украины, я тоже, да. Что, вопрос? Давайте, прозвучит вопрос какой, вот с вашей стороны. Что вы хотите? Я хочу посмотреть, чтобы вы показали свое удостоверение. Вы государственный чиновник, мы платим налоги. Я не чиновник. Я главный механик. Вы в государственной службе работаете? Я еще раз говорю. Вы работаете в государственной службе? А государственная организация, это не служба. Это организация государственная. Смотрите. Это акционерное общество. Смотрите. Так да. Это частная фирма, это частная лавочка. Смотрите. Это не частная лавочка, это Херсонский облавтодор. Смотрите, я в отличие от вас, действую на основании доверенности. Доверенность, ну, я бы хорошо, подождите. Вот печать предприятия. Хорошо. Вот адвокат предприятия. Хорошо. Вы хотели узнать, кто я? Хорошо, вы же мне вообще ничего не показали, правильно? Я показал вам права и объяснил человеку, кто я такой. Да. Удостоверение у нас не выдается. Главному механику не выдают удостоверение. Таких удостоверений не существует. Хорошо, смотрите. А подождите, стойте. Я хочу услышать суть вопроса. Суть вопроса. Смотрите, я представитель компании. Я понял. Я представитель компании. Смотрите, у вас на балансе этот весовой пункт. Да. Правильно? Да. Вы взвешиваете автомобиль. Да, взвешиваю. На основании чего? Как на основании чего? На основании закона Украины. Какого?